Друзья, всем привет! Приехали на авторынок. Вот уже заехали в начале, проехали до конца. Места нет. Вот здесь что-то останавливаться не хочется. Предвыходной день, пятница. Машин много, люди есть. Кстати, завтра в субботу придем, поснимаем. Посмотрим, что у нас тут по наличию людей, как вообще, как машинки покупаются. А сегодня сделаем просто такой. И вот знаете что? Капец. Короче, снег сошел вместе с асфальтом. Дороги просто нету. Дорога вся убита, вся разбита. Ну, короче, жесть. Вот. Значит, сегодня сделаем такую небольшую подборочку по автомобилям, потому что ценники, они прыгают то вверх, то вниз. Пройдем просто, возьмем пару десятков автомобилей, посмотрим, что они стоят. Открывать их не будем. А завтра уже подробненько возьмем минивэнчики, пройдемся по минивэнам, покажем по наличию вообще, что из минивэнов продается, сколько это стоит. Ребят, напоминаю, занимаемся подбором, проверкой автомобилей перед покупкой. Вот, блин, жесть вообще, смотрите, что с дорогой происходит. И места вообще нет. Занимаемся проверкой автомобилей перед покупкой, поэтому если нужна помощь, помощь в проверке автомобиля, проверим, сопроводим сделку. Отправим в ваш регион. Ну и также, ребят, поддерживайте нас, подписывайтесь на наш канал. Вот, ладно, сейчас где-нибудь парканемся и пойдем посмотрим по ценам. Не переключайся. Спустились с вами на самую нижнюю стоянку. Самая большая стоянка на авторынке «Зеленый угол». Сразу нас встречает такой рабочий автомобиль. Это Toyota Probox, 17 год, GL-комплектация. Стоимость автомобиля 635 тысяч рублей. Последнее время прям, вот знаете, частенько их спрашивают. Начинается лето, поездки по деревням и так далее. Поэтому стали их брать очень хорошо. Probox, 16 год, полторашка. Вот этот автомобиль идет 4 ВД стоимостью 735 тысяч рублей. Сзади видите мост. Кстати, есть запаска. Тоже все стали любить запаску. Говорят, компрессора, насосы эти там нафиг нам не нужны. Давайте нам запаску. О, это, конечно, хорошо. Так, 16 год, тоже джеловская комплектация, цена здесь не указана. Вот на сереньком, серенький 17 год, ветровики, стеклоподъемники, 590 тысяч он стоит. Кстати, неплохая, неплохая тоже комплектация у него. Комплект колес, 4 штуки. Так, ну сегодня открывать автомобили, смотрите, какой-то модный глушитель. Открывать автомобили, это просто насадка идет. Открывать автомобили не будем, кратенько сделаем так. Гибрид от Honda, гибрид идет неполноценный, это Honda Insight. Кстати, тоже такие автомобили спрашивают, но их на данный момент очень-очень мало. Сзади сонары, штатное литье, серый такой цвет, закрыт. Хотел открыть. Так, 12 год, 775 тысяч стоит этот автомобиль. Toyota Corolla Fielder, не гибридная версия, полторашка, но данный автомобиль уже продан. Я так думаю, тысяч под 800 он стоил, где-то так. Так, смотрите, стоит у нас 3 Альфы. Тоже популярный, семейный. Ну, минивеном его назвать нельзя. Они есть, конечно, семиместные. Кстати, вот, данная версия, 17 год, 7 мест. Но цена здесь не указана. Но семиместных, поверьте, их очень-очень мало. В основном, конечно, идут 5-местные автомобили. Вот кто-то, не кто-то, а многие тоже спрашивают, что такое за автомобиль Crossroad. Данный автомобиль 2009 год, мотор 1.8, цена 870 тысяч рублей. Такой квадратный мини-джипик. Так, немного салона вам покажу. А, ну тут он, видите, тут лежит в салоне, поэтому показывать не будем. Рядом стоит полноценный. Ну, опять же, многие называют это минивэнами, но это уже идет у нас микроавтобус. 2015 год, 2-литровый, 4 ВД, 1 395 000. В боксе Нолохи
начинка у них одна и та же. 4 ВД, передний привод, есть просто гибрид. А вот это вот уже идет минивэн. Он, видите, такой пониже. 3 ряда сидений. Тоже популярный автомобиль. Кстати, вот одного сейчас проверяли. Его приобрели. А, все закрыто. 3 ряда сидений. Мотор 1.8. Гибридов таких автомобилей нет. Это 10-й год. 890 тысяч. Есть просто передний привод. Есть автомобили 4 ВД. Данный на светлом салоне лежит аукционный лист, 4 балла, 121 тысяча пробег. А рядом стоит такой небольшой хэтчбэк, это Suzuki Swift. Семнадцатый год, 765 тысяч он стоит. Еще один довольно популярный минивэн, это Toyota Sienta, 915 тысяч, автомобиль 2016 года. И это гибридная версия, полноценный гибрид. Тоже есть гибрид, есть передний привод, есть автомобили 4 ВД. Так, ну что тут еще посмотреть? Prius стоит свежий, 1 235 000, 17 год, 4 ВД. Кстати, всем напоминаю, вот эти вот Prius, да, они появились 4 ВД. Народ ходит, машины покупают. Вот данного Виша смотрели, он сейчас будет приобретен. 890 тысяч, 11 год. С оценкой, с родным пробегом, без крашенных элементов. Honda Shuttle. Как видите, гибрид полноценный. Гибрид от Honda открыт. Комплектажка такая простенькая. Стоимость этого автомобиля — это 17 год, 935 тысяч он стоит. Вот стоит еще один пробок, 16 год, 4 ВД, полторашка. Так, а 89 тысяч пробег, 725 стоил, переписана цена на 710 тысяч. Axio, 4 ВД. Семнадцатый год, 790 тысяч. Вот смотрите, еще один Виш. Кстати, Вишей вот 9, 10, 11 года, знаете, такой существенный выбор есть на авторынке. Ну, цена, как видите, под 900 тысяч таких автомобилей. 1.8, они все 1.8, 880 тысяч. Еще один Prius, свежий кузов, 1 375 000 рублей. Как вам Prius снова нравится, нет? Мне, если честно, вот внешне как-то он не особо, особенно вот, а и по салону вот это вот закрыт, вот это вот чаша такая белая, кожаный салон. Еще один кроссроуд. Это у нас 8-й год. 875 тысяч. Хайс, 14 год, 2.7, 4 ВД, Б категория. Ребят, 2 100 000 рублей. Как бы цена такая не слабая, но и автомобиль серьезный. Так, этот у нас пробежка, по-моему. Вот смотрите, стоит Филдер, 17 год, полторашка, 850, не гибрид. А гибрид 15 год, 845 тысяч. Еще один Шаттл, гибрид, 960 тысяч рублей. Это 4 ВД он, 16 год. Фрид Спайк, 13 год, гибрид, 770 тысяч. Просто Фрид.
12 год, полторашка, 760 тысяч. Rush, ну это пошли автомобили уже другого продавца. Кстати, смотрите, Rush, да? Выбор тоже есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять автомобилей только на одной стоянке. Но Rush-ки стоят, наверное, от 800 тысяч и выше. Перебрались на другую стоянку, чуть повыше. Смотрите, еще один. Это у нас стоит Freed, 11 год, автомобиль 4WD, стоимостью 815 тысяч рублей. Лежит на торпеде аукционный лист, кузов целый, 161 тысяча пробег на данном автомобиле. Что касается вот данной категории автомобилей, ребят, реально у них у всех большие пробеги. Вот, блин, у всех. Еще один виш, обратили внимание, да, сколько много? Что вишей много, что фридов, что спайков. Прям такой хороший выбор. Так, это беленький перламутровый цвет. Тоже аукционный лист, 11 год. И вот основная масса автомобилей все-таки 9, 10, 11 года. Этот стоит 915 тысяч рублей. Это у нас шаттл с приставкой Fit, который гибрид. А сколько он стоит? 685 тысяч. У него такая довольно неплохая комплектация. Также много есть выбора, то есть XV, кроссоверы, CHR-ы, визеля. Да выбор, в принципе, есть всего на рынке. Но ценник, конечно, он, ребят, скачет. Еще один пробок стоит, 16 год, он полторашка, GL, и стоимость его какая? 675 тысяч рублей. С правой стороны есть несколько хэтчбеков, видцов с оценкой 4 балла, 4WD 640 тысяч рублей, и этот 635 тысяч рублей. Это уже, наверное, легенда. Потрогать капот, 50 рублей. По-моему, я уже когда-то снимал. Сколько вот это стоит? Не в курсе, да? Ну, короче, легенда, которую трогать нельзя. А еще один степ-вагон, 13-й год, это у нас спада. Кстати, вот этот кузов раньше хорошо брали, да и сейчас частенько его спрашивают. 13-й год, 1 миллион 130 тысяч рублей. Он, ну, прям такой, разится, отличается, приветствую, по салону, да и внешне, да, вот с нынешними, которые степ-вагоны продаются. Сирена, свежий кузов, 17 год, гибрид, аукцион, 1 миллион 605 тысяч рублей. Свежий X-Trail, 17 год, 1 миллион 400 тысяч. Вот давайте для примера вам покажу спайк 4-бальный, сколько он стоит. Так, а какой, 14-й год? 12-й год, почему, я не знаю, почему в голове крутится 14-й. 12-й год, стоимостью 820 тысяч рублей, с родным аукционным листом, в очень хорошей комплектации. Итак, лист 4 балла, кузов автомобиля целый, пробег 134 тысячи. То есть вы должны понимать, да, то, что такой автомобиль с такой оценкой, целый по кузову, но он не будет стоить там 650, даже там 700 и 750 тысяч. У него штатное литье, он на летней резине. Так, ну, наверное, багажник мы не откроем. Обвес, электродвери, кожаные вставки. Вот таким образом все это трансформируется. Здесь японец молодец, ковер постелил. Поручни, багажное отделение. Вот, блин, действительно, найти автомобиль, чтобы он был не поцарапанный, довольно сложно, если честно. Второй ряд сидений. Ребят, ну так чисто, я уже давайте не буду туда залазить. Удобно будет сидеть, комфортно. Плюс есть такой вот телевизор, тоже куда-то на дальние расстояния. Вообще замечательно. 820 тысяч, значит, по начинке. Бесключевой доступ, повторитель, обвес, как я уже говорил, кожаные вставки, сиденье ездит вперед-назад, регулируется вверх-вниз, кожаный руль идет, две электродвери, подогрев дворников, отключение ТРК, складывание
зеркал, климат-контроль. Кстати, знаете, что хочу сказать? Вот давненько не встречались автомобили без климат-контроля. То есть раньше они попадались, они сейчас есть, безусловно, но почему-то их мало. Вот, черный, не черный, такой серенький потолок. Вот честно, мне очень нравится такой автомобиль. Буквально вот вчера приезжал человек, был у нас поиск автомобиля, искали ему, подобрали тоже неплохой. Здесь у нас полный мультируль, то есть можно и магнитолу управлять, или телефон подключить, управление менюшкой. Есть даже круиз-контроль. Ну, единственный минус, да, то что, по крайней мере, мне не нравится, он идет здесь неактивный. Неплохая магнитола, торпеда 800. 20 тысяч рублей. И, кстати, дверка у нас открывается еще из пульта. Даже две двери. Вот такой вот клевый, замечательный автомобиль. С оценкой 4 балла и пробегом на 135 тысяч. А, смотрите, Хаслер такой стоит. Интересный цвет у него. Я не знаю, как по кочкам, по ямам ездить на таких колесах. 620 тысяч. 620 тысяч, 15 год, 0,7, они все идут 0,7. Так, осторожно, осторожно. Рядом стоит ВИЦ, есть литр, есть 1,3, 4 воды идут 1,3. А ВИЦ стоит ВИЦ 625 тысяч, это пробежный автомобиль. Ну, давайте, наверное, еще Акву возьмем. USF-ский аукцион, 4 балла. Окрас по правой стороне есть, по левой тоже. S-комплектация. Стоит она 710 тысяч. Вот еще одна стоит. 795 тысяч, тоже 4 балла, это у нас 17 год. Друзья, на сегодня будем заканчивать, все, точнее уже закончили, сделали такую небольшую подборочку по автомобилям, потому что, как я уже говорил в начале видео, цена на автомобили меняется, то вверх, то вниз. Вот, и завтра будет видео, наверное, все-таки возьмем с вами минивены. То есть возьмем все минивены, я имею в виду не по количеству все минивены, а вот марки минивенов, которые продаются на авторынке. И уже походим, подробненько их посмотрим. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Всем спасибо, кто подписался за это видео. Не забывайте подписываться. Всем пока!